Я не знаю, что это за приколы и почему каждая вторая хоррор-игра, она либо про супермаркеты, либо про какие-то курьерские доставки, но почему-то теперь, видимо, все хоррор-игры, они либо про одно, либо про другое, другого не дано, вот. Какая-то супер-пупер актуальная тема для хорроров, что ли? Да, да. Или Алёша везет, и он их находит просто. Сегодня мы будем играть в игру под названием «Работник месяца». Это, кстати, я. Зарплата у нас будет составлять 9 до 11 евро в час. Так, мне надо провести некоторые... Неплохо. Рейтинги. Возьмем в среднем тогда. 10 евро — это 823 российских рубля. Получается, 823 мы умножаем на 8. Это сколько мы будем часов в день работать. Получается 6584 рубля за смену. Уже неплохо. И мы это умножаем на 30, потому что я ответственный работник и готов работать без выходных. Нет, пошел, Алёша, нахер, это не так не работает. Налоги еще. Это знаешь, как те вычисляющицы, которые считают, что... Раз они ходят и большие деньги платят мастеру маникюра и там мастеру по бровям и наращиванию ресниц, то эти просто озолачиваются мастера. И такой, это, аренда, ну да, пошла я нахер. Расходники, ну да, пошли мы нахер. Здоровье мастера, ну вообще не обсуждается. Выходные, которые мастеру нужны, не, зачем? Вот она будет работать по 12 часов в день, 30 дней в месяц, ну ладно, 29 дней в месяц. О, сколько же она заработает? Усюка, такие цены большие ставить на свои ноготочки, богачка! Ага. Не, ну по факту 9-11 евро в час это очень хороший заработок, с учетом даже вычета налогов. Это нереалистичная, просто такая зарплата в игре и все. Да не, я думаю, такая есть зарплата. Ну, явно не в магазине на полставки. Так а кто сказал, что на полставки? Ну... Судя по всему, просто разработчики реализуют свой опыт подработки в студенчестве в этих играх, и что было крипово там, допустим, домой возвращаться или работать в круглосутки по ночам. Возможно, не, ну вообще в Европе зарплаты довольно большие, а это евро. Так что вполне возможно. Там и расходы большие. Ну да. Естественно. Теперь я продавец-консультант. Всегда хотел им быть. Адьос. Эй, привет, кое-что случилось. Не против поработать в позднюю смену сегодня? Неразборчиво. Спасибо, я знал, что могу на тебя положиться. Подъезжай, и я встречу тебя возле магазина. Повесил трубку агрессивно. В натуре моя тачка, походу. Или стоп, или это я. О, нет, это моя тачка, что ли? Yes. Мои колеса лучше твоих колес, дед. Слушай, я знаю, что это внезапно, особенно для первого дня на работе, но нам действительно нужен кто-то, кто поработает позднюю смену. Дэйви надо было съездить в госпиталь, а Клэр ушла не внезапно. Я не могу здесь остаться, потому что у меня есть ужин. Но я могу тебе позвонить по телефону, если тебе понадобится мотивация. У нас никогда не бывает покупателей после 8 часов, но я люблю, чтобы магазин был открыт после 3 часов утра, просто на всякий случай. Поглядывай на камеры, чтобы все было нормально. Чтобы тебе было не скучно, я написал тебе список дел. Ты понимаешь, тут просто босс, говорящий кабачок на коляске. Да, у него нет ни рук, ни ног, я вижу. Да, это все очень крипово. И я к тебе тому, что это, ну, тут... Нереалистичности вообще не жди. Ну, так-то да, и босс такой. Ну, у нас ночью никто ничего не покупает. Ну, я просто хочу, чтобы магазин был открыт. Они достаточно простые, ничего такого, что выходит за пределы твоей зарплаты. О, и совет для поздних часов. Первое, не открывай некоторые закрытые двери, тебе не платят, чтобы туда ходить. Второе, мусорка находится прямо за парковкой. Слишком долго мусор не выкидывай. Это хороший район. Но лучше не оставаться здесь подолгу, когда темно. Когда свет выключится... Стой, погоди, свет выключится? Я не электрик, я не знаю... Подожди, чё? И не ходи в мой офис. Это все. Какие-то вопросы? Нет. Я так не думал.
В любом случае, список на столе для где-то... Адьос? Эу. Фу, я тоже еду на ужин. Спасибо, мистер Сербос. Первый мой день на работе, и вы уже берете. А все, тебя кинули. Мистер Сербос? На меня только что вывалилось очень много разной информации, и я немного запутался. Так о чем мне делать-то надо? То есть я один. Я еще не понял, да, тоже. В совершенно нормальном магазине. Где абсолютно точно не произойдет ничего страшного. Я могу ограбить кассу? Я могу с собой целую кассу забрать. Ну все. В принципе, на этом моя смена заканчивается. Это мы положим вот сюда. Замечательно. Это сувенир. Трофей. Что еще здесь есть? Какие-то хлопья с медведями. Все таскать может, короче. Бреб. Бреб. Это типа совмещенный хлеб и бред, что ли? Наверное. Бреб. Окей, извините. Не хотел никого тревожить. Я не знал, что это. Ты слышал этот звук? Да. Это что-то. Смайл. Улыбнись. Да точно не Алёша. В предыдущем кадре. Да-да-да. Блин, мой любимый на самом деле вид хлопьев. Поскорее бы их к нам завезли. Очень жду. Похоже на Джонни Деппа в диджейских наушниках. Диджей Джонни Депп. Кова Фефия. Нет, это какие-то American Memes. American Memes. Кто хорошая баночка кофе? Кто самая лучшая баночка кофе? Кого я сварю в кипятке и выпью заживо? Customer Service. Так, ладно, шутки в сторону. Я пришел сюда работать. Отрабатывать свои задачи. Ресток, toilet paper basket, принести туалетную бумагу, убрать что-то и найти потерявшиеся фитнес-DVD и... Короче, найти потерявшиеся DVD... Это кто? Чё? Чё, уже? Это я? Что это было? Е. А, даже... Такой, хотел покрутить, походу, но взял в руки телевизор. Или монитор, чё там. Я весь монитор с собой могу забрать. Окей, супер. А я чё-то сейчас не понял. Это что было? О, это я! А вон камера. Привет! Мам, привет! Мама, привет! А сзади ебака. Не понял. Окей, там точно кто-то есть. Непрошенный покупатель. Или наоборот, может, наш постоянный покупатель. Фитнес DVD only sold out, распродано. Это, судя по всему, еще и очень подкачанный монстр. Мне грех, конечно, жаловаться на зарплату и все такое, но... Так, погоди, а это... Какие-то диски. Может, это они? Может, это фитнес-диски? Мне, конечно, грех жаловаться на зарплату, но я не уверен, что... Да. Найс. Окей, первая задача выполнена. Но я что-то не уверен, что разбираться с подобными клиентами... Кто-то синим чем-то насрал. Так, а это, видимо, пятно, которое мне надо убрать. Это, видимо, какой-то склад. Здесь очень много каких-то белых бутылок. Или нет, стоп, это ту... А, это туалетная бумага, найс, погнали. Вроде этот чел не агрессивный. Вроде он меня не пытается съесть. Больше похоже было, правда, на бумажные полотенца. Он, видимо, да, все-таки это сортирка. Может, да, это реально просто слоя. Постоянный покупатель? Он здесь так давно, он потерялся среди всех этих стеллажей. Так, камера поворачивается. Он идет прямо на меня. Сер? Швабра. Найс, погнали. Швабра. Чистим. По-моему, это не так работает. Чисти говно, твою мать! А, надо просто ее кинуть. Класс. Видимо, так уборка и работает. Найс, супер. Все задачи выполнены? Динь-динь. Мистер Сербос, это вы? Эй, ребенок, извини, что звоню снова. Как у тебя дела? Не отвечай на это.
А в любом случае, я вспомнил, что есть еще второй список, который я забыл упомянуть, само собой. И да, тебе надо выполнить его тоже. Как говорится, если ты быстро управился со всеми заданными тебе задачами, это причина не дать тебе пораньше отдохнуть и отпустить тебя пораньше. Это причина дать тебе еще больше дел. Ага. Ты можешь винить в этом Дэйви, потому что это он должен был сделать. Но затем он подскользнулся на ледяном кубике. Он сказал, что оставил его прикрепленным на полках на складе. Не должно быть слишком сложно его найти. И кстати, что, мистер Сербос? Что еще? Я на всякий случай с собой возьму Джонни Деппа. Смотри, какой Алёша качественный. Спаси и сохрани Джонни Деппа. Теперь. Ну да. Список. Он что-то себе поменял, потому что он теперь такой качественный. Он, видимо, поменял свою вебку. Такого типа, как у нас. Хотя не, он вроде давно на камеру поменял. Но, наверное, камеру поменял на еще более качественную камеру. И она теперь в Full HD 60 кадров пишет, поэтому он и видосы делает в Full HD 60 кадров. Логично. Список должен быть где-то. Ага, вот он. Ну и да, в темноте. До этого в темноте его как-то хуже снимало, а сейчас прям очень хорошо. Пти милк фридж, молоко, короче, засунуть и выкинуть мусор из. Окей, выкинуть мусор. Так, пошли, Джонни Депп. А, это, наверное, и есть молоко. Так, теперь осталось только найти, куда его надо засунуть. Я вроде как видел где-то здесь молоко. Так, вот молоко. И что-то как-то, знаешь, не похоже на то, чтобы у нас был недостаток молока. Вот чего-чего, а молока у нас предостаточно. Но задача не выполнена. Кому столько молока надо? Молоко, молоко, распродано. А, вот. Сюда, что ли? Бум. А? Мои глаза. Мой битрейт. Только не это, моя главная слабость. Трогайте мой битрейт, не трогайте мой битрейт. Ну, это абсолютно нормально. В каждом супермаркете есть такая дверь. Мусор, мусор. Так, вот мусор. Окей. А вот там, наверное, мусорка. Он говорил, что она где-то через дорогу. Хрена, далеко. Найс. Окей. Оу. Еще один постоянный покупатель? О, мистер Сербос звонит. Мистер Сербос! Новое мистер задание Сербос, даст. Да-да-да, стопудово. Я уже бегу, мистер Сербос, алло. А, ты знаешь, когда я сказал не ходить в мой офис? Забудь об этом и иди туда. Я оставил там важную работу, которую должен был сам сделать. Понятно. Но так как ты уже там, не мог бы ты ее сделать? Она на моем столе, сделай ее. Окей, а где ваш офис? Сэр, yes, sir. Само собой, мистер Сербос. Для вас что угодно. Это, я так полагаю, офис босса. Ясно. Пожалуйста, уходите. Вон и наш постоянный покупатель гуляет. И что-то делает. Может, это он все молоко выпивает? Ой. Ой-ой. И дверь почему-то закрыта. Так. Я на всякий случай вооружусь метлой. Не думаю, что... Хотя нет, знаешь что? Нахер метлу. Нахер метлу, я лучше возьму Джонни Деппа. Спаси и сохрани Джонни Депп. Спаси и сохрани Джонни Депп. Спаси и сохрани Джонни Депп. Тут и так хреново видно, он еще себе Джонни Деппом перекрыл часть экрана. Депп, это что такое? Ну то, что бесит, что им пожертвовать им. Джонни Депп, спаси. Чё говоришь? Что бесит, что им пожертвовать. Ну да. Он любит брать коробочки, да, и ими пытаться защищаться. Это никогда не работает в основном. Я не будет играю с такой механикой. Спаси и сохрани Джонни Депп. Это что такое? Бред Слайсер Куинко. Резатель хлеба. К сожалению, у нас в магазине продается только бреп. О, лабиринт. Спаси и сохрани Джонни Депп. Спаси и сохрани Джонни Депп. Спаси и сохрани. Это что такое? О, я починил. Найс. Я электрик. Спаси и сохрани Джонни Депп. Спаси и сохрани Джонни Депп. А, все равно закрыто. Походу клемануло. Алло. Да, выпустите там меня. Искрыш. Пожалуйста. У меня в заложниках коробка с Джонни Деппом. Так, а вот это вот чего такое? Открытая какая-то дверь. Какая-то дверь. И. Ого. Ого. Это, наверное, комната отдыха. Где отдыхают все мои любимые коллеги. Джонни Депп, спаси и сохрани. Джонни Депп, спаси и сохрани. Джонни Депп, спаси и сохрани.
Жесть какая. Надо тебе... А я выйти не могу. А я выйти не могу. А я выйти не могу, я застрял. Дорстак! Дорстак! О, нет. Джонни Депп, прости меня за это. Ах ты, сволочь. Сбежал. Ладно, беги, Джонни Депп. Спасайся. Расскажи всем, что здесь случилось. О-оу. Вау. Я где? Как я минимум кто? В опе. Мистер Сэр Босс? Сэр Мистер Босс? Мистер Сэр Босс? Он обо мне не забыл. Мистер Сэр Босс! А? О, ну это нормально. Ну это приберем, это нормально. Это... Да, нормально. Да, да. И то, что там вроде как кто-то в окне стоит, это тоже абсолютно нормально. Да ты хрен поймешь. Мистер Сэр Босс приехал. И то, что здесь кровь, это тоже нормально. Все нормально, все в порядке, в полном порядке. Там Ехид, я пойду к Ехиду. Да, ага, правильно, надо в Ехид. Не открывать дверь гаража. Вот эту вот? Вот ее не надо было открывать? Сэр Босс? Мистер Сэр Босс? Мистер Сэр Босс, слушай, я знаю, что это внезапно, особенно для твоего первого дня, но нам действительно нужен кто-то для поздней смены. Дэйви надо было съездить в госпиталь, а Клэр... Окей. Так, я что-то не понял. Мистер Сэр Босс. Мистер Сэр Босс. Это вам. А? О нет. Твою мать. Как это работает вообще? Подожди, чё? Чё? Там чё, деревья что ли? Какого хера, чё вообще происходит? Эй! Эй! А где дверь? А где... Чё? А? Да ебись! Сравься-то! Я гавкнул, я не испугался. А? Да ебись ты! Вы умерли в реальной жизни? О нет! Заботливый мистер Сэр Босс оставил мне еще один список задач. А разложить туалетную бумагу? А? Подожди, я... Чё вообще происходит? Джефф? Джефф? Фоне? О-оу. О-оу, оно там, надо торопиться. Так, Джонни, мы еще с тобой поговорим на эту тему, а там, кстати, челик повесился. Я не знал, что у нас в магазине продается черешня. То есть все это... Сука. Я почему-то... Я думал, что это камера какая-то странная в виде паука. Время, ты меня обманывал. Аккуратно. Боньк. Опять. И Нарния все еще на месте. Здесь же ничего не изменилось? Маленький островок спокойствия, где меня никто не пытается сожрать. О! Кассовый аппарат украли! О нет, я бы так никогда не поступил. У-у-у. А, ну это замечательно. Это вообще прям восхитительно. Мне нравится новый стиль нашего магазина. Джефф. Ты здесь. Спаси и сохрани, Джефф. Бум. Надо же. Сработал. Так, и теперь... Set of mundane tasks. Набор обычных задач, типа скучных задач. Вроде как сейчас здесь дверь должна открыться. Еп. Джефф, вперед. Что за нах? А, ну окей, ладно, хорошо. Хорошо, ладно. Окей, скримеры здесь не такие страшные, но морда у этого челика определенно жутковатая. Понимаю, он заново начал. Мистер Сэр Босс. Даже было написано, что вы умерли в реальной жизни. Ну да. Это что такое? Это раньше... Вроде бы этого раньше здесь не было.
Кем бы ты ни был, похоже на какую-то обезьяну. Срань какая-то. Это гремлин, блин. Я бы это носил с собой. А. Ага. Просто замечательно. Просто. На. Окей, 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 у меня мурашки, мне это не нравится. Мистер Сербос, спасите меня, пожалуйста. А? А? Ладно. А? Задание, ждите полного релиза игры. О, да камон. Ну так-то ясно. Да, это только демка, там было об этом написано. Это все? Серьезно? Она вот так вот закончится? Что ж, ну а вывод из этого видео можно сделать следующий. Все, отспуктябрился. Да-да-да.